Эй, смотрите туда. Во! Еще раз. Еще раз, Пастухов. Пожалуйста. Смотри. Оп. Почему руками писаешь? Сел, встал. Так. Так. Вот. Вот так. Первый номер 10, потом второй 10. Ажина. Пошел, Пастухов. 10 раз. Нет. А, ты сейчас что делаешь? Я. Давай, 10 раз. Давай. Оп. Коснулся руками, плохо. Буду наказывать, лишь ремень сделал. Слушай, давай работай! Давай, Пастухов, вставай! Пошли! Пошли! Три! Четыре! Бросок, дергай! Пять. Шесть. Семь. Делаем, делаем. Восемь. Девять. Последний бросок. 10, напишу за руку. Меняемся, второй номер. Джимми. Раз. Плохо. Два. Пять плохо. Три. Куда? Куда я бросаю? В другую сторону. Четыре. Неправильно. Пять. Георгий. Он делает. Берешь одной рукой и в эту сторону бросаешь. Так он бросает. Туда скажи ему, чтобы он бросал. Туда. Шесть. Нет, одной рукой. Нет, посмотри, как он делает. Давай. Нет, не в эту сторону, в другую. Ой, я все осташу хочу. Нет, ты не знаешь. Да. 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 Семь. Пошел, пошел. Восемь. Голову не вниз, а приседай. Пастухов убьет. Девять. Чего я не убью? Плохо. Десять. Плохо. Заваливаешься на какое? На правое колено. А должен стоять на левое. Не делай колено. Еще по 10 раз приготовим. Я вообще с колени делаю. Не знаю. В левую сторону. Еще раз. Я с колен вообще не делаю. Еще раз. А что ты делаешь? Объясни мне. Переворачиваю. Еще раз. Ты показываешь или ты делаешь? Делаю передний. Не вижу. На соревнованиях не вижу, Артем. Так, приготовился. Первый номер 8 раз. Кто? Кто делает? Я. Хорошо. Раз. Раз. Еще раз. Смотри, если ты смотришь вниз и наклоняешься, он не летит. На японском базаре он падает на бал, на плечо ломает себя. Поэтому не вниз, а за себя смотри, куда поворачивай. Давай, 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 давай. Приготовились. Два. Приготовились. Вставай, вставай, вставай. Три. Как ты падаешь, мэй? Во-первых, руки у тебя вот здесь. Рукой одной держись, кто тебя держит? Ты держись. Четыре. Ну и кувырок сделай, пять. Сам делай кувырок немножко. Давай, давай. Шесть. Семь. Влад, ты падаешь тяжело. Ладно, я? Шея болит? А я красиво делаю? Сейчас. Шея болит? Посмотри на меня, чтобы она тебе не терла. Это рукой держишь, а это здесь держи, и все, она не будет тебе тереть. Так.
Как? Да, да. Пошли, восемь. А как красиво делать? Георгий, что за бросок? Некрасиво. Куда я сейчас упал? Покажи колено. На какое колено ты должен опираться? Покажи. Вот. Что вот? Колено убери. Вот это, на это колено ты должен опираться. Ты на другое заваливаешь. Гнулой! Плохо, поменялись. Георгий, ты что, не чувствуешь, что ты что-то не то делаешь? Пошли, второй номер! Пожалуйста, раз. Приготовились. Два. Приготовились. Три. Вот. Вот сейчас начнется. Приготовились. Четыре. Вот пока лучше бутука, пока никто не сделал. Он на другую сторону. Пять. Так и он делает хуже. Голову не вне за себя. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо, встали. Две минуты. Дзюдо. Как вольная борьба, то есть не вольная борьба, нет, не грэплинг. Как рандери, все равно, как, ну, как бы вольная, я имею в виду не сама вольная борьба, ноги, это, дзюдо, но просто аккуратненько, спокойненько боремся. Рандери? Рандери, это вы понимаете в прямом смысле, что вы играться начинаете. И начинаете играться. Хихикаете, друг другу там попку чешете. Я так не делаю. Не знаю. На сухо ковыряетесь. Разговариваете там. А? Защитесь на бутылку. Готовы? Две минуты. То есть, хаджевы. Георгий, что вот с этого захвата подсечки не надо делать, потому что промахнешься, упадешь. И надо не классический взять захват левосторонний, выпрямиться, чтобы поближе. А ты сгибаешься, подсечки делаешь. Это не очень хорошо. Хорошо, Пастухов. А, Борис, еще минута осталось. Сейчас. Георгий, иди сюда. Делаешь зацеп, убирай ногу. Ну, убирай ногу. Я тут убрал, раз и все, еще раз. Вот, и раз убираешь. Вот, переставь ногу. Ставь ногу. Видишь? Оп, видишь? Еще раз. Ты руку здесь вот держишь. Он уходит, и что сделать не может? Если делаешь зацеп, рука сверху должна быть, чтобы он зацепил, ногу поднимает. Ты раз сюда. И другой ногой досекай. Показал подсечку этой ногой, а другой. Не сгибай себе. Встань прямо, блин. Ты такой здоровый. Он сгибается, потому что ты его чувствуешь, что ты. Бутух, стоп, то есть что? Да не туда, блин, вот там все помогает. Не, крепко шея. Что они? Шея крепко. Там все помогает. Все, ты пошел через голову, коснулся головой. Все, проиграл. А почему? Потому что надо назад бросать.
Ты залез на сзади, зачем ты вперед бросаешь? Смысл какой бред бросать? Залез на сзади, делай, делай, делай. Чего наш? Матер. Артем. Да. А ну покажи мне, вот твой любимый коронный прием, это подсечка. Покажи мне. О, какой имя? Ну, корону. Хорошо. Что ты хлопаешь? Еще раз. Еще раз. Еще раз. Блин. Не, ну не больно. Не знаю. Тебе может быть и нет. Ну еще раз покажи. Стоп. Хорошо. А перед этим что надо сделать? Вывести надо. Движение. То есть тебе надо делать движение. Что? Ну? Шаг делаем. Ну? И он убирает ногу, думает, что я залез назад. А если у него мозгов нет? То он влад. Тогда он не упадет? Как говорит Слава. Что надо сделать? Или? Заднюю подножку. Ну сделай, покажи переднюю. Сделать так, чтобы он среагировал, а он же стоит вообще, блин. Опять же не получается. Ну? Вот у него коронный прием. Видите, он не может его сделать, блин. Как он делает ставки? Тоже непонятно. Но коронный. Еще раз. Для того, чтобы хорошо бросить, где должна быть правая рука? Правая у локтя. Правая. Правая. Под мышкой. На спине, вот здесь. Ну так отсюда уже передний не идет. А зачем тебе передний, если тебе передний? Подсечка не идет? Подсечка уже коронная. Иди сюда. Да я не смогу. Я туда показать вперед, вперед. Да. Если ты отсюда влез, да, вот он уходит. Вот тогда отсюда и высекает. Да, у меня. Так нервы. Зачем ты свиер? Веру ниже тебя. Да и он делает, а ты не делаешь, вот что плохо. Так. Пошли в парк. Сколько можно завязывать? Он падает. Иди, я тебе завяжу, он не будет больше падать. Да. Я его так крепко-крепко не собираю. Банки прям крепко-крепко не собираю. Да? Да. Хороший поезд, нормально. Вот соревнования, когда борешься, всегда его одевают. Тогда ты будешь часто перевязывать и отдыхать. Тоже идея. Готовы? Да. Две минуты. Джуэн! Боремся. Удержание. Пошла минута. Перейти на удержание. Сделать удержание. Перевернуть. Сделать удержание. Здесь вам мотек туда перейти сюда. Ну, ну, ладно, переворот, переворот, переворот. Пастухов мотек, вот уже мотек сюда, на середину. Аджиме. Да не жди, сразу нападай на него. Аджиме, уже полминуты прошло, блин, они кувыркаются. Давай, 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 проходи, 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 Влад. А можно что-то другое или? Еще раз. Болевые удушающие. Болевые удушающие, делай все, что можешь. Что, что, знаешь или не знаешь? Мате? Ушли на середину. Ну работайте, ребята, блин, что вы? Что? Это тебе не это. Джиу-джитсу, где можно годами там тянуть. Хаджиме. Опа. Красавец. Я думал, что сейчас через спину с колени все сделаю. Кто? Ты заднюю начал делать. Зайди назад, Георгий! Зайди назад!
отсюда, руку вытащил душевную. Держи ногами, я вытащил руку, задушить нафиг. Переходи на удержание отсюда. Яйца. Чингисхан. Так, топ, мате. Еще раз, пастухов ложись. Георгий между ног. Ой, как Влад между ног. Приготовились. Влад, я не понял. Почему ты, когда уходишь, все время удушающий получаешь? Потому что ухожу неправильно. А почему? Что там такое неправильно? Рука остается одна? Я хотел вот отсюда ногу взять, он поднял. Ну, может быть, вот эту руку убрать сюда, а потом уже не держать от ворот или шею. А может быть здесь, может за свой пояс взяться, не знаю, потом этот уже уходит. Так мы все равно ногу засадим. Ну и что, так если здесь рука, он будет душить тебя где? А он берет потом вот эту руку. А так ты держи ее за свой пояс, возьми за свой пояс. Так же. Уходи, давай. О, блин, ты еще, так ты вообще ничего не чувствуешь. Это что я вас насыпал? Так. Можно? Хаджина, да, боремся. Нет. Нет. Сейчас кто тебе помешал, блин. Еще и держать, блин. Стоп, мате, вот тут, да. Мате, еще раз учли. Влад, а кто тебе сейчас помешал? Кто, что? Ну вот он опять перешел на удержание. Я вообще в шоке с тебя, блин. Я не знаю. Как можно пропускать, блин? Так, чпой. Я вот это здесь молодец, что там сад. Я там где, да? Я как? Спасибо. Спасибо за макуру. Спасибо так. Да, блин. Ну, нормально. Да есть он? Что? Что такое? И потом. Что? Вот я сижу. Вот есть у тебя движение, можешь вот так сделать? Да. Что он будет делать? Блин. Ну, пытаться убрать руки. Понятно. Ну что? Ну не здесь же руки держать. Просто так сидеть? Почему просто так сидеть? Надо посмотреть, что он делает, да? Раз отсюда. Постараться отсюда. Вот видишь, он уже мне делает. Да, он может, значит, не делать. Но я же не здесь руку держу. Постараться сюда, вот отсюда может быть что-то может получаться. А раз обе руки сюда пропустить. Возьми вот здесь вот руку. Подержи, вот подергай. Если что, раз сюда руку, тогда уже старайся выходить. Вот это же плохо рука. Это же плохо рука. Она уже прямая, ее можно атаковать. Нет, нет, вот, подевай сюда. Тут файлич, дай порядок. Не надо сахарить, блядь. Чуть-чуть. Вот не знаю, блин, чтобы вот этот болевой, блядь. Нет, на платье его просто часто делает, то неправильно его делает. Наверное. Я не могу, чтобы он нормально выписал. Здесь очень... Отсюда болевой можно получить. Вот когда такой болевой делаешь отсюда, если ты сверху сидишь и делаешь, еще ладно. Ага. Еще ладно, тоже херня не получается. Просто встал на носу, ушел. Вообще, чуть-чуть. Хорошо, вставим стоечку. Заправились. У тебя в партере должно быть несколько ситуаций,
где ты знаешь, что тебе могут сделать, и что ты можешь сделать. Может, ты не выиграешь, но ты туда не проиграешь, вот это движение. И нужно эту ситуацию всегда повторять. Попал в партер, ее повторять. К ней надо приходить. Я могу бы, конечно, проиграть, потому что уже все толсто и не дышу. Так. Сколько времени? 6:30. Хорошо. Значит так, по два броска делаешь. Два броска через бедро. Два вправо, два влево. Потом ты два вправо, два влево. Можно 4 влево. А, туда? Да. Можно. В какую сторону? Сюда. Да. Мне сюда привыкать надо. Так, стоп, а зачем через бедро? Правильно поступал. Георгий! Через спину скорее. 4 броска в левую сторону. Пожалуйста. Значит, раз. Вот прямые руки. Вот тут. Не такие руки, вот такие ставь. А то улетит. Пошел. Вставай. Два. Три. Четыре. Плохой захват. И еще. Потом еще ты цепляешь. Ну как бы это все равно делать? Очень просто. Просто отсюда? Зачем? Поменяли сторону. Влад, делай, какой рукой держишь.